Красавец. Красавец. Ну, будешь кормить? Конечно, но сейчас нельзя, только после работы. Я знала, что он сразу ищет кушать что-то вкусное. Знаете, какая у нас мордочка, видишь? Вот такая. Такие вот мы красивые. Мы польские, оказывается. Вот так. Есть, есть вкусное, да. Мы обязательно тебя покормим. Обязательно. Обязательно. Есть вкусняшка. Все будет. Ну, пойдем, походим, пойдем. Вот ему выгуляться надо, видишь как? Он позанимался, он был мокрый. Ну. Его нельзя сразу выгуливать мокрый. Ну, понятно. Ему надо здесь вот обсохнуть, потом его одеть, потом на улицу, чтобы он не простудился. Любишь погулять, да, Ясмин? Любишь погулять, зайка? Красивый ты какой, красивый. Ну, привет. Привет. Кто у нас такой красивый? У кого такие ушки красивые? Кто так нюхает всех? Вкусно? Вкусно? Пойдем? Ну что, вкусняшку не хочешь? Ням-ням не хочешь? Нет? Нет, нет, нет. Пойдем. Пойдем.
нравится. А сколько лет вам? Нам 5 лет. Мы очень игривые. Очень игривые. Сказали, что можно его купить. Это что? Да. А он этой девочке принадлежит, да? Женщина предложила купить нам его. Самую лучшую морковку больше всего любит, он, да? Да. Ну, а мы вот... найдем, кому отдать. Ну, в пакет отдадим. Конечно. Что-то услышу. Они очень чувствительны к звукам. Очень. Поближе подойди. О, какая хорошая. Вот мы здесь. Отлично. Вот мы здесь. Очень хорошая. Я подальше. Что он там увидел? Кусочками откусывает. Давай, давай, давай. Кусочками, не надо много давать ему. Вот, пусть он. Вот, отличные крупные планы, хорошие. Ты только не бегай, потому что я у меня получается за тобой бегать. Оставь там пока. Им поэтому дают вместе такие мисочки с нарезанными. Смотри, какой красавец. Очень красивый. Ну что, поехали, наверное. Не будем больше. Сейчас. Отлично. Красивый парень.